Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, очень здравствуйте. Рада видеть. Спасибо, взаимно. Давненько мы не виделись. Да, очень давно, если можно сюда. Да. Поздравляю вас с началом сессии. Да, спасибо. Сегодня таки началась сессия. И что-то мне подсказывает, что она будет очень яркой. Ну, трудно сказать, какова она будет. Во всяком случае, будет очень интересная, особенно ее первая часть. Потому что сейчас правящее большинство попытается срочно выполнить все те обязательства, которые были сформулированы Международным валютным фондом. А обязательства такие, что народ... Мы не знаем, мы знаем, что их 16. Да, и все они конфиденциальные. Да. А что прятать от народа? Наверное, очевидно, есть. Наверное, боятся. Я почему считаю, что она будет яркой? Потому что, вот смотрите, я посчитала 5 кандидатов, да, потенциальных. В президенты являются депутатами парламента. Потенциальных? Да, но не все еще из них сдали подписи, например. Например, господин Гелецкий, да? То есть, как бы господин Канду не уверял, что никакой предвыборной кампании в парламенте он не допустит, на мой взгляд, все-таки это будет чувствоваться. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим, да. Посмотрим, но будет интересно. Вот смотрите, юридически кампания это не началась. Я сразу вам скажу, у меня к вам много вопросов именно юридического толка, потому что, да, нуждаюсь в ваших квалифицированных ответах. Да, у вас всегда получалось. Кампания не началась, но мы, в принципе, наверное, уже с вами можем предположить, какой она будет. Вот смотрите, даю вам варианты ответов. Это кампания геополитического выбора, кампания борьбы с коррупцией, знаете, борьбы добра со злом, то есть оппозиция и власть, или как хотите. Как вы полагаете, что будет главное в этой кампании? Ну, главное будет эта борьба, конечно. Да, другое дело, что каждый из кандидатов будет стараться себя, конечно, проявить по максимуму, но я уверен, что у всех будет звучать на устах борьба с коррупцией. Потому что они прекрасно понимают, все кандидаты, значит, о том, что сегодня первое, основное и главное, что беспокоит людей, это две проблемы. Бедность и коррупция взаимосвязаны. В стране бедной обязательно высокий уровень коррупции. А потому бедный, потому что высокий уровень коррупции. И, конечно же, будут раскручивать эту ситуацию. И, кстати, некоторые из последних событий, они тоже об этом говорят, что уже идет раскрутка именно вот этих вот проблем. Борьба с коррупцией. А геополитика, она будет какую? Геополитика, я думаю, она будет выступать, точнее, некоторые из своих конкурентов попытаются геополитику вставлять как дополнительный фактор. Вот кроме того, что, а вот еще, кстати, он на запад, а он на восток. И в этом смысле, учитывая особенно на правом фланге то, что сейчас там творится, эта проблема геополитики, она будет, наверное, очень важна, потому что вы знаете, что существует два вида дружбы. Дружба между собой и дружба против кого-то. Что вот я думаю, что крепче, дружба, да? Против кого-то, она будет одной из основных дружбы тех, кто на правом фланге, потому что они будут, естественно, против, в данном случае, кандидата от партии социалистов, в первую очередь, потому что он является основным претендентом, не потому что мне так хочется, нам так хочется, а потому что это реальная ситуация. И вот в этом плане, конечно, начнутся, я думаю, снова какие-то страшилки. Вот, смотрите, это представитель тех, кто там Сибирь, танки, да, и прочее, прочее, прочее. Конечно, избиратель у нас очень уже умудренный и опытом, и это все мы уже проходили, и я не думаю, что избиратель на это клюнет. Уверен, что не клюнет. Мне бы ваш оптимизм. Я, например, считаю, что непременно это будет сказываться. Ну вот смотрите, если вернуться к вопросу о предвыборной кампании, одну вещь она уже очень четко показала. Это неумение флангов договариваться. Что правое, что левое. Можно было, наверное, тоже левым как-то, я не знаю, сесть, договориться, да, о том, что будет один кандидат. Но на сегодняшний день мы видим, что все-таки есть два ведущих кандидата. Я говорю сейчас об Игоре Дадоне и о Дмитрии Чубашенко от нашей партии. Пытались как-то с ним говорить вот вообще?
Ну, в принципе, предложение поступало с нашей стороны. В том числе, кстати говоря, к нашему бывшему коллеге Владимиру Николаевичу Воронину поступало такое предложение. Так. Что давайте все-таки объединим усилия, если мы действительно хотим что-то сделать серьезное для того, чтобы остановить эту самую коррупцию и действительно начинать работать на страну. К сожалению, никакого ответа от Владимира Николаевича не поступило. А молчание в данном случае – это отказ, нежелание. Что касается значит, партии Рената Усатова и выдвижения господина Чебошенко, ну, в принципе, это нормально. Конкуренция должна быть, естественно. Тем более, что на левом фланге практически остались вот двое. Но я думаю, что, во-первых, избиратель сам рассудит. Ну, избиратель рассудит, избиратель, понятно. Я думаю, что сам рассудит, оценит, взвесит. Как будет развиваться избирательная кампания, мы посмотрим. Во всяком случае, с нашей стороны, однозначно. Это касается не только нашего партнера, в принципе, но в данном случае конкурента по левому флангу. Это будет касаться и конкурентов и на правом фланге. Мы не собираемся вести избирательную кампанию, связанную с какими-то обвинениями, очернениями, нападками и так далее, и так далее. Ну, конечно же, если будут с чьей-то стороны, ответ будет дан, безусловно. Но в любом случае первым никогда не будет. Ну, смотрите, что говорят правые. Они говорят так: ну, мы вот ждем опросов. Я так понимаю, что эти опросы будут на следующей неделе. Мы посмотрим, какой из кандидатов популярнее, у кого рейтинг выше, тот и пойдет от правых. По крайней мере, до сих пор никто из них не сказал, нет, что так не будет. А вы не говорили с господином Усатым, что было бы логичнее тоже вот перед выборами посмотреть на данные каких-то опросов, то ли собственных, то ли пользоваться те, которые вам предоставят. И потом тот, у кого рейтинг ниже, просто-напросто должен сойти с дистанции. Нет? Не было такого? Ну, я думаю, что к этим вещам нужно подходить действительно прагматично. Так. И, в общем-то, такой подход, он в этом смысле и является прагматичным. Ну, правые уже продемонстрировали, что у них это не произойдет практически. То есть вы не верите? Я не верю. Я лично не верю. И вот последнее заявление, кстати, той же либерал-демократической партии о том, что вот мы будем, поддерживать конкретного кандидата из тех двоих, с которыми они заключили соглашение. Причем, что интересно, это соглашение предполагало консенсусное определение кандидата. Но без всякого консенсуса приняли такое решение. Ну, наверное, в результате давления извне, я так думаю. Полагаете? Я уверен. Что касается нас, ну, как говорят в этом случае, еще не вечер. Будем смотреть, посмотрим, что покажут, в том числе, опросы. В любом случае, в нормальной, такой трезвомыслящей ситуации, обстановке, я думаю, что значит, будет принято, возможно, будет принято какое-то решение. Но даже если оно и не будет принято в этом смысле, то, если вы помните, господин Усатый уже сделал заявление о том, что если во второй тур все-таки выйдет господин Дадон, мы в этом, конечно, не сомневаемся, то тогда, безусловно, будет оказана поддержка кандидату от партии «Социалист». Но сам господин Дадон говорил одну фразу. Он говорил так, что если мы договоримся с господином Усатым, то есть у меня большой шанс, что я с первого тура. Да, что мне удастся победить. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. На самом деле, мне тоже интересно. Ну, вы знаете, если говорить, у меня такое ощущение, вот ощущение это основано на том, что как бы, ну, не кабинетное ощущение. Я и вчера вот был в трех районах, причем речь идет не о том, что эти выезды, они связаны с встречей только с активом, да? Когда слышишь то, что тебе говорят именно активисты твои. А это результат, в том числе, общения с людьми. Вот я давно уже, честно вам скажу, не помню такого единодушия среди людей.
Безусловно, есть и те, которые говорят, да, мы еще не знаем. Есть и те, которые говорят, да, нет, мы вообще не будем выходить на выборы. Есть и те, которые говорят, мы категорически не будем против вашего кандидата. А те, которые говорят, что мы не будем выходить на выборы, это электорат коммунистов? Вы знаете, нет. Что самое интересное, что нет. Да. Это люди, которые просто, ну, у нас же есть такая, естественно, всегда была и есть, а в этих условиях, тем более, есть благодатная почва, чтобы такие люди по-прежнему были, которые говорят, от меня ничего не зависит, и вообще мне все это надоело, и вообще ничего не меняется. Да. Ну, их можно понять, но в то же время, наверное, все-таки это неправильно, я считаю, потому что активная позиция все равно у человека должна сохраняться. Без активной позиции действительно ничего не изменится. Ну, примерно так аргументируют всегда люди, которые пытаются убедить других участвовать в политической жизни. Чтобы закончить с темой нашей партии, могу сказать только одно – что, вот смотрите, я задавала этот вопрос Игорю Николаевичу, хочу и вам тоже задать. Очень часто, что как бы вменяют, да, Дадону, говорят, ну вот, есть некая договоренность, некое соглашение, значит, с демократами, с Плохотнюком лично, все-таки вот вы как кандидат власти, да. То есть я не вижу, чтобы прямо какая-то была такая кампания, очернительная, знаете, то есть есть какие-то моменты, я вижу, но вот один аргумент, он повторяется вот очень часто. Что вы говорите на это? Людмила, ну, во-первых, непосредственно агитационная работа, то есть та работа и те действия, и высказывания кандидатов, касающиеся другого своего оппонента, она начнется с 30 числа. То есть мы еще не знаем, что появится и что будет. Да, из-под тишка то одни, то другие, то третьи, значит, об этом говорят. Но заметьте, говорят все примерно в одном и том же ключе о Дадоне. И говорят те, которые считают себя, значит, основными конкурентами Дадона. Ну, знаете, а это о чем Владимир Николаевич, я заметила, что своим конкурентом Дадона считают все главным конкурентом. Да. И все уверены, что они с ним встретятся во втором туре. И самое интересное, что раз они, да, и раз они повторяют одно и то же, значит, они боятся, во-первых. Так. Боятся. И единственным аргументом, который может быть сегодня, значит, как-то вот примазать, не знаю, прикрепить какой-то ярлык. Да? Но ведь, знаете, как в том анекдоте, ну и ты говори, когда двое пенсионеров сидят, рассуждают о том, что у них осталось еще, значит, сделать. И один хвастается перед другим, ну и ты говори. Вот и в данном случае, ведь говорить-то можно все, что угодно. А конкретики нет, потому что ее просто нет. И если бы это было бы так, то, наверное, и риторика была бы совершенно другая. Я имею в виду партию социалистов. А ведь мы на первый план нашей кампании избирательной, ну, программа будет представлена в первый же день избирательной, непосредственно кампании 30 числа. Но вы увидите, одна из основных тем – это проблема борьба с коррупцией. И самое главное – то, к чему она привела, а именно кража миллиарда и обнищание людей. А это приписывается только одним, тем, кто находится сегодня у власти, в том числе и Демпартии. Владимир Иванович, почему вы так затянули сбор подписей? Вот я знаю, что сегодня уже эти подписи представили, но та информация, которую я располагала, она такова. Есть 500 тысяч, полмиллиона, но представили 25. Зачем вы это делали? Вы подспудно с людьми просто разговаривали, да? Вам необходимо было, значит, как можно большее число людей. Либо, ну, вот как, какие никакого у вас цели были? Никакого секрета полишинали здесь нет, абсолютно. Нет. Это обыкновенный, нормальный вопрос тактики. Тактики поведения в условиях того законодательства, которое мы имеем. То есть официально разрешено заниматься агитацией с 30 сентября всем. Так. Хоть ты будешь зарегистрирован
10 сентября, 20 сентября, неважно. С 30 числа ты имеешь право уже непосредственно заниматься агитацией. Но никто не запрещает, закон не запрещает заниматься политической агитацией партии. Это первое, пропагандой партии. А и второе, самое главное, ведь мы же фактически, собирая в том числе и вот эти подписи, вот те самые практически 500 тысяч, о которых вы говорите, и это действительно так, мы выявляли реальный потенциал людей, которые могут подписать. Это все происходило одновременно. И вот мы, как говорится, взяли все то, что... Потому что подписи, они ведь... Есть одна такая еще деталька. Человек должен сам писать. Заполнять этот подписной абсолютно лист. Абсолютно все. Абсолютно все. Это интересно. Мне как бы сказать, было бы интересно, если бы вы посмотрели на подписные листы ваших конкурентов. Вот представляете себе, да? Ну да, мы друг друга поняли, да. Да, мы поняли, о чем говорим. И вот поэтому мы старались по максимуму отобрать те подписи, где не будут вызывать никаких сомнений. Потому что мы же прекрасно понимаем, что наши подписи будут проверять и под лупой, и под микроскопом. Хорошо сказали. Ведь не секрет, это известный уже случай, когда просто захотели в какие-то крупные фирмы, допустим, в отдел кадров, некоторые наши конкуренты, брали личные дела квотчиков, тех, кто, значит, сдали земельные участки в аренду лидеру какому-то крупному, большому. Да. Из этого личного дела там все есть. Там есть копия бюллетеня, там есть образец подписи, все его данные. Тихонечко левой ногой, правой рукой, значит, с разными уклонами заполняли. Или некоторые главные врачи поликлиник давали команду предупредить всех пациентов, что приходили с бюллетенями. И вначале проходили через подписные листы, а потом уже шли к врачу. И до этого доходило. Хорошо, цинизм, но, к сожалению, у нас есть эта информация о том, где это происходило и как это происходило. Но мы старались идти по-другому. Не только старались, но и делали. Реально собирали там, где мы видим, что все окей. Но кроме того, ведь для того, чтобы определиться, что Иванов подпишет или Цуркан подпишет, мы должны были выяснить, где этот Цуркан, есть ли он или нет. И вот мы такое предварительное сито как бы делали. Раз и вы... это позволяло нам действительно не только выявлять этих людей, но в том числе и беседовать с людьми. Прекрасно. Тогда вы легко ответите на мой вопрос. Кто ваш электорат? Потому что это только кажется, что это очень легкий вопрос, но мне вот интересно, кто те люди, на которых вы ориентируетесь? И рассчитываете ли вы, что все-таки будут голосовать люди, которые традиционно поддерживают коммунистов? Не только рассчитываю, а я уверен, что именно так и будет происходить. И опять же, эта моя уверенность основывается на тех контактах, которые я имел, ну, как минимум, я говорю про себя, в тех 6 районах, где я чаще всего бываю, потому что ответственен за эти районы. Особенно после того решения, которое было принято на партии коммунистов о том, что мы бойкотируем выборы, люди сказали с облегчением. Ну все, для нас это была последней каплей в чашке сомнений. И теперь мы уже четко знаем, что руки подняты, я имею в виду у лидера партии коммунистов. Значит, в данном случае мы свободны абсолютно в своем выборе. И люди приходят к нам. И вы думаете, что люди проголосуют за вас? Причем приходят активисты партии коммунистов. И они сегодня вместе с нашими активистами участвуют активно, в том числе и в распространении той литературы, ну, газеты, периодическая наша газета, периодическое издание, они участвуют и в этом. А те простые люди, которые раньше голосовали за партию коммунистов, они говорят, да нет, мы уже поняли, раз нет этих, у нас единственный выход. Голосовать за вас. Тогда почему вы с этим бойкотированием юридически не разбирались? Потому что есть юрист, которого я, например, его мнение уважаю, к нему прислушиваюсь. Это господин Пушкаш. Посмотрите, что он говорит. Бойкотирование не предусмотрено законодательством. Прежде всего, ЦИК не должна допустить этого.
В случае референдума, прошедшего 5 сентября 2010 года, ЦИК допустила бойкотирование со стороны трех партий, что фактически сорвало референдум. Во всех странах мира граждан штрафуют за неучастие в выборах, а у нас наоборот. Ну, вот начнем с последнего, это ключевое слово. У нас нет никакого наказания административного, допустим, да, для человека, который не пришел на выборы. Это его право. Я думаю, что наша норма является более демократичной. Ну что же не голосовать за то, что ты не пришел? А наказание это той партии, право. Которая призывает людей, у нас нет такой графы, выборное – это право. Участие в выборах – это твое право. Да, это гражданская обязанность, но юридически это твое право. Штрафовать тех, которые призывают тому, чтобы ты не явился, но они же не могут заставить его не явиться. Они могут только представить свои какие-то аргументы. Где-то административный рычаг, где-то идеологический рычаг. Это не столь важно в данном случае. И то, что произошло вот с тем референдумом, я уверен, что сегодня этого не повторится. Потому что люди прекрасно понимают, что в тот раз их обвели вокруг пальца. А ведь сегодня абсолютное большинство людей хочет участвовать в избрании президента. Вот поэтому они и говорят о том, что мы хотим и мы пойдем. А вот за кого, вот здесь уже, конечно, им надо выбирать. И я поэтому считаю, что те, которые голосовали за левые партии, за представителей левого фланга политического, у них сегодня, в общем-то, выбор только один. Ну, я говорю в том числе, как и представители, естественно, да, мы понимаем. Партии социалистов. Но с точки зрения какой? Я хочу сразу, может быть, чтобы никого не обижать. Речь идет о том, что есть кандидат с... несмотря на возраст, серьезным опытом управленческой работы, серьезными результатами. Есть команда, которая обладает не меньшим опытом и управленческой работы, и результатами. То есть вот нам, допустим, мне лично, не боязно пойти в любую аудиторию, абсолютно, ответить на любой вопрос, причем смотря... глаза. А это очень важно. И это людей, естественно, в этом смысле, ну, если это можно применить, это слово подкупает, но в хорошем смысле этого слова. Мы много говорили о том, что на этих выборах внешний фактор будет играть существенную роль. Я, например, в этом абсолютно тоже убеждена, потому что я знаю, что и Соединенные Штаты, и Запад. И вот вчера я увидела фотографии, информацию о встрече Игоря Николаевича с патриархом. Конечно, это левые тут же по этому поводу написали гадости. Вот. Но, в принципе, народ-то сидит и говорит, ну вот еще с Путиным осталось сфотографироваться. Вы как-то работаете в этом направлении, либо вы решили сами? Вы знаете, хороший вопрос. Мы все-таки считаем, что векторный фактор, вы сформулировали вопрос о том, что влияние, это немножко в моем понимании разные вещи, векторный фактор не будет столь проявлен в данных выборах, потому что сегодня важен не вектор, сегодня важно сохранить государство, остановить его падение, распад его и начать его восстанавливать. С кем это сделать, кого выбирать в друзья, в партнеры и так далее, да, это очень важно. Это очень важно. И об этом мы тоже будем говорить. Но это сегодня не так важно, как, скажем, на выборах парламентских, прошедших в ноябре 2014 года, когда более конкретно, диаметрально, противоположно были поставлены. Вот выбор европейский, выбор евроазиатский и так далее. Сегодня мы даже в этом и не нуждаемся, прямо вам скажу. Потому что те, кто сегодня продвигали или вчера продвигали и сегодня пытаются создать новую серию про европейского развития, они себя достаточно дискредитировали, чтобы люди к этому относились, кто-то с разочарованием, кто-то с возмущением, что вы нам из сказки рассказываете, смотрите, что вы натворили под эгидой этого восточного, этого европейского выбора. То есть сегодня для нас лично это не столь важно.
то, что, допустим, ну, состоялось это, ну, ради бога, состоялась, была встреча. Она была заранее запланирована и раньше еще. Вы знаете, что Игорь Николаевич очень много делает для того, чтобы сохранить ортодоксальный христианский устой, ну, да, страны. Это абсолютно нормально. И в данном случае, именно в этом смысле, и было благословение со стороны патриарха Кирилла. Обвинить его в том, что, значит, он использует внешний фактор. Ну, обвинили уже, левые в основном. Ну, пусть обвиняют, пусть обвиняют. Во-первых, чисто юридически в этом нельзя обвинить, потому что еще не началась непосредственно, не стартовала избирательная кампания, которая стартует, я уже сказал, 30 числа. А с другой стороны, ну, давайте посмотрим, а что вытворяют остальные, да? Налево и направо используются эмблемы и флаги других государств. Налево и право происходят разного рода встречи. Один поехал к Меркель, второй поехал в Нью-Йорк и так далее, и так далее. Мы на это просто не обращаем внимания. Мы будем выше этого, выше этого. Я не могу сказать, что вы меня убедили в отношении того, что вектор не будет так использоваться. Я не говорю, что он не будет. Я говорю, что он не будет таким влиятельным. Да, я считаю, что он будет влияние внешних сил, оно будет. Я в этом с вами согласен. Хорошо, нам недолго с вами осталось ждать, мы проследим, как ситуация будет развиваться. Ну вот смотрите, вы говорите, что европейская интеграция, то есть люди относятся с осторожностью уже, да, значит, к тем, кто ее пропагандирует. Ну, вот, да уже с возмущением, уже с осторожностью. Ну, извините, кандидат на пост президента господин Лупу, да, у него две основные пока я выделила задачи. Первое, это он опять же говорит о евроинтеграции. И мы видим везде этот, значит, их слоган, да? Флаги Евросоюза, да, с молдавскими флагами, да, что, в принципе, да, избирательным, да, законодательством запрещено. Значит, и второе – это борьба с коррупцией. Ну и вот, в отличие от оппозиционных партий, которые говорят о том, что нужно бороться с коррупцией, власть виновата, да? Ну, то есть вот набор известных фраз. Я не говорю, что они неправильные, да, но пока вот это все, что себе может позволить оппозиция. Власть может себе позволить и конкретные какие-то вещи, и она себе это позволяет. Вот сейчас, смотрите, дело господина Платона. Как вы полагаете, вот оно неспроста появилось именно вот в дни этой предвыборной кампании, значит, вот эту фишку раскручивать? Я знаю, какая позиция у социалистов. Пусть они хоть поубивают друг друга, это олигархи, и туда им и дорога. Но все-таки. Понимаете, я отвечу вам не как политик, а как профессионал. Буду рада услышать ваш ответ. Да, значит... То, что, допустим, сегодня вот происходит с этими шоу-обысками, задержаниями, арестами судей. Угу. Но то, что это необходимо было сделать, естественно, да, навести порядок. Но ключевое слово «было необходимо». Ведь эта отмывка денег происходила, начиная с 2010 года. Когда у власти находились эти же самые люди. Ну, немножко, может быть, кое-какие кресла, появились новые лица, но из этих же команд. Вопрос абсолютно закономерный у меня лично, как профессионала. Почему прокурор генеральный, который знал, что воруют мешками из банка или экономии, тогда не остановил эту кражу? И я уверен, что, зная о том, что Молдову используют как прачечную для этих 20 с чем-то миллиардов долларов, в 20 с чем-то раз больше, чем украли из бюджета страны. Почему это не было остановлено? Ведь с первым же решением суда, с первой же транзакции, а там перечисления были не десятки тысяч долларов, а сотни миллионов долларов, и Национальный банк, и СИС, и Центр по борьбе с коррупцией, и Генеральная прокуратура, они знали и обязаны были тогда уже предпринять меры. Проинформировать руководство страны, руководителей правящего альянса, президента и так далее, и так далее. И я уверен, что они это сделали.
Вот как мы выяснили, что по каждой миллиарда, значит, обо всех этих неполадках они информировали. Но никто ничего не предпринял, никаких мер. Почему? Ну, я думаю, что потому что сам себя не высечешь. Ну, вот видите. Где-то примерно так, ну, к этому клонится. Поэтому, да, ну, так оно и есть. Понимаете, поэтому то, что вдруг сегодня проснулись и вдруг начали задерживать этих судей, значит, арестовывать и так далее, это уже постфактум. Причем очень далекий постфактум. Закончилась эта отмывка, если я не ошибаюсь, по той информации, которая прозвучала в прессе, в 2014 году. Да. Сегодня у нас заканчивается 2016 год. И кто-то пытается объяснить, нам необходимо было собрать доказательства, только, ну, не надо, как говорят в народе, ля-ля. Собрать доказательства. То есть вы тоже на стороне тех, кто говорит, что это предвыборное шоу? Ну, естественно. Ну, есть в этом один хороший момент. Знаете, у нас до сих пор судьи вообще считали, что если они выполняют чьи-то приказы, да, то они все-таки будут неприкасаемыми. Теперь, на мой взгляд, может, некоторые судьи задумаются, что рано или поздно, пусть власть поменяется, но придется отвечать. Надо все делать вовремя. И надо делать все это конкретно, четко и жестко, если хотите. И смотрите, почему прокуроры не реагировали на эти решения судов? Имея тогда еще такую возможность. А вы знаете, что интересно? После так называемой реформы прокуратуры, которую произвели, сегодня прокурор уже не имеет права протестовать эти решения. А протестовать должна заинтересованная сторона. А кто в данном случае заинтересован, если и одна сторона, и другая были в связке и отмывали эти деньги? Нонсенс. Я на это обращал внимание и говорил, что вы делаете? Вы убираете ключевые понятия. Прокуратура должна стоять на страже интересов государства, а не способствовать охране интересов государства. Ну, у нас как-то так сложилось, что прокуратура в последнее время всегда в центре скандала. Знаете, она на страже скандалов у нас стоит, потому что у нас как не генеральный прокурор, так вот тянется шлейф всяческих неприятностей. То есть вы полагаете, что вот эти все аресты, да, значит, дело Платона, там еще вот Филат, там тоже переносится постоянно, это добавит очков вот власти, вот эти все процессы? Что касается дела Платона, я думаю, что сейчас кое-кто уже и сожалеет о том, что его так быстренько задержали и привезли сюда. Вот вы единственный человек, который согласился с моей теорией, что пока тот, кого он обвиняет, он больше теряет, потому что каждый день он какие-то делает заявления. Новые заявления, новые факты. То есть он не молчит, как господин Филат. Совершенно верно. Ну, наверное, потому что ему есть что сказать. Вы полагаете, господину Филату нечего сказать? Я думаю, что он очень самонадеянный человек был, по сути своей. И нахождение в кресле царя, оно иногда человека превращает в очень самонадеянного человека. И он просто не обезопасился. Никакой фактуры, наверное. Я так думаю. Или, может быть, в силу неожиданного фактора у него ту фактуру изъяли во время обыска. Я это тоже не исключаю. Владимир Иванович, а вот очень часто наши оппозиционные деятели, они ссылаются на то, что вот сейчас вот американцы за это дело возьмутся плотнее. Я уже там вот последнюю информацию слышала, что мы поехали в Лондон для того, чтобы там пообщаться со свидетелями по краже века. Вот возьмутся они за дело и всех выведут на чистую воду, а главное Плохотнюка. Вы верите в это? Ну вот почему мы должны все время рассчитывать на дядю? Ну, потому даже что, если это дядя Сэм. Потому что наказать людей, которые находятся у власти, у нас в принципе невозможно. И вы знаете почему? Да? Наказать этих людей, которые сегодня находятся у власти, могут вот все те, кто называется избиратель. И сегодня у них есть еще одна к этому возможность. Если на это выборах парламентских... Политика. Да, не только политика, но и в том числе и профессионала. Потому что для того, чтобы прокурором, центр по борьбе с коррупцией, руководитель, банк, СИС и так далее, там находились не только профессионалы, но и люди с волей, люди, которые не будут слушать того, кто их назначил, а будут строго выполнять требования закона, для этого нужны перемены в обществе, в политической элите.
Вы представляете, сколько должно времени пройти, чтобы у нас произошли перемены в обществе? То есть, я вообще, знаете... В обществе, Людмила, в обществе эти перемены уже, знаете, там уже клокочет в ухах. Вы знаете, я могу себе сейчас позволить говорить не как политик. Вы сейчас должны говорить, что электорат хороший и умный, и вы правильно делаете, все правильно, все хорошо. А я могу себе позволить сказать, что, знаете, я была настолько разочарована на местных выборах, после, глядя вот на эти результаты, что я не знаю, вот чего ждать, да, как люди себя поведут. Уже было известно о краже миллиарда, уже было понятно, что за это несет ответственность власть. И люди, которые критикуют партии, которые находятся у власти, да, они идут еще раз за эти же партии голосуют. Это мое мнение, это мое глубочайшее разочарование, понимаете? Да, я с вами, в общем-то, согласен. Хотя вот я спрашивал людей, они говорят, ну понимаете, мы-то ведь голосовали конкретных людей наших, местных, и мы надеялись, что он не такой, что он не такой. А сейчас и это они уже понимают, и это уже понимают. Поэтому я и говорю, что сегодня в руках у людей очень серьезное решение собственных проблем. Очень ключ к решению собственных проблем сегодня в руках у людей. Вы так говорите, как будто на самом деле уверены, что пост президента – это такой вот пост, который позволяет, не знаю, привести к кардинальным переменам. Я понимаю, когда это… Секундочку, я сформулирую вопрос. Я понимаю, когда это говорит Дмитрий Чупашенко, что я, когда стану президентом, я… значит, смогу распустить парламент. Ну, вы же знаете, что парламент распускается только по двум причинам. Если он не собирается в течение сколько? Три месяца. И когда он не в состоянии избрать кабинет министров. Других причин нет, Владимир Иванович. Так? Почему тогда вы, у вас такие надежды возлагаете на пост президента? Я в этом смысле прагмат тоже. Это первый шаг. Сегодня, да, я согласен с вами, что сегодня других новых полномочий у избранного даже всем народом президента не появится. Но есть те, которые не были использованы и реализованы предыдущим президентом. Я уже его называю предыдущим президентом. Потому что, допустим, такая форма, как обращение к народу и консультация с народом через референдум, она вообще не использовалась никогда. А представьте себе ситуацию. Представьте себе ситуацию. Почему избранный не использовалась? Президент... Пытался. Подождите, Лучинский, он же кто на референдум пытался? Лучинский по поводу полномочий президентской власти. Был референдум? Не, ну это прошлый век. Ну какая разница? Была не, такая разница попытка. Я вам факт большая, сейчас говорю. Такая попытка была. Люди вышли и с ним согласились. И что, и к чему пришли? Потому что все равно парламент как захотел, так и проголосовал. Да. Да. Вот. Ну вот. А вот представьте себе ситуацию, когда избранный президент, народом избранный, значит, предлагает целый ряд акций, действий, законов, которые направлены на то, чтобы изменить в корне ситуацию, в том числе и касаемо чистоты кадров, в том числе касаемо борьбы с коррупцией, в том числе касаемо борьбы с бедностью. Парламент не принимает эти предложения, да, большинством. Да. Хорошо. Президент имеет право выйти к народу с предложением? Дайте оценку такому парламенту. А как они будут давать оценку? На референдуме этому парламенту? Или как на референдум. На референдум. А, то есть вы видите такой путь? Да. Как один из вариантов. В конечном итоге можно еще... Ну, заготовочки есть у меня еще и другие. Вот. Я не буду сейчас все рассказывать. Понимаю, что, да, но хотите. Во всяком случае, возможность кардинально повлиять на ситуацию не в том смысле кардинально, что шашку наголо и значит налево и право. Четко, конкретно и убедительно, но кардинально поменять. Через использование мнения народа. Ведь избранный народом президент является заложником в хорошем смысле этого слова. Мнение народа. Вот народ скажет вот так. Ну, конечно, его слово будет звучать, на мой взгляд, более веско, хотя бы потому, что его будут избирать конечно. Вся страна. Кстати, из того же решения Конституционного суда по поводу предложения кандидатуры премьера, помните, было такое решение? Да, скандальное. Из очень, него тоже да. следует, что президент, избранный парламентом, связан решением большинства. Да.
А президент, избранный народом, это не связано. То есть вы считаете, что этот президент, избранный народом, он не должен будет при озвучивании кандидатуры премьера ориентироваться на большинство? Нет, он должен консультироваться и с фракциями, и с мнением людей, и с гражданского общества. Вот мы с вами вышли на тот самый путь, как можно не проголосовать за правительство, потому что президент может предлагать премьеров, от фамилии которых у правящего большинства будет портиться настроение. Вот это вы сами пришли к этому выводу. Вы мне юридическую консультацию здесь. Я вам некоторые посылы давал, вы пришли просто как человек к этому выводу. Мне было интересно за вас послушать. Вы проводите свои опросы внутренние? Да, естественно, проводим опросы. Я, конечно, далека от мысли, что вы поделитесь со мной этими цифрами. Но тем не менее, динамика какая-то, вот что вы чувствуете? Она растет, то есть доверие к вашему кандидату, оно растет, либо вот есть рейтинг, есть антирейтинг. Вот я заметила, есть такая фишка. Значит, более того, я хочу вам сказать, что наши опросы, они более глубокие. Почему? Потому что у них охват респондентов гораздо больше. Чем у социологов? В разы, чем у социологов. Потому что для нас это очень важно не с точки зрения потом это все афишировать, а нам очень важно скорректировать направление своей работы. Вот для чего эти опросы проводятся. Поэтому именно в этом смысле я вам их и не смогу просто огласить. Но единственное, что я могу сказать, динамика, которая присутствует в этих опросах, и дает нам возможность быть не оптимистичными, а уверенными в том, что мы идем правильным путем. Сегодня Игорь Николаевич сказал, что он делает практически уверен. Как-то сейчас формулировку точно не скажу, но, по-моему, в первом туре, да, что он сказал, что у него есть силы для того, чтобы победить. Но если нет, то он совершенно уверен во втором. Все хотят с Дадоном встретиться во втором туре. Я уже это заметила, да. Все как-то выбрали его, значит, своим главным оппонентом. Вот как-то так. Критикуют да не они его, выбрали. Выбрали люди, потому что опросы говорят о том, что на первом месте находится Дадон и партия социалистов. Естественно, каждый из остальных, они выбирают только тех, кого выбрал народ. Ну хорошо, а с кем бы сам Дадон хотел встретиться, если все-таки он не победит в первом туре, а во втором? Вот с точки зрения... Принципиально это для нас не столь неправда. Важно. Неправда, это важно. То ли это будет кандидат от власти, то ли это будет кандидат от правых. Если это кандидат от правых, то тогда будет такая геополитика, Владимир Иванович, что камня на камне не останется. Вот вы сами пришли к тому, о чем я вам в самом начале передачи сказал, что геополитика на данном этапе, она не будет иметь значения. Она может быть запущена как фактор дополнительный. Вот в этом случае я с вами хорошо, согласен. Хорошо, я с вами все равно не согласна, но это уже да. Вы сами сказали это. Потому что я в подтверждение правильно, своих же слов. Правильно. А если будет кандидат власти, это будет несколько другая, на мой взгляд. Тогда меньше и будет компания, меньше будет геополитики. Пройдет. Будет меньше геополитики, а больше будет проблема внутренней проблемы страны. И как их решать? Как решает правящая или представитель правящего большинства, и как мы имеем в виду, предполагаем и предлагаем это решить. Ну, я бы на вашем месте ответила так. Будут свои проблемы. В одном случае мы будем понимать, что против нас включится вся сила админресурса. То есть мы понимаем, что если кандидат от власти, да, вот это главная проблема у нас. А с правым кандидатом, значит, мы будем понимать, что уже власть критиковать как-то нет смысла, да, то есть нам придется конкурировать и объяснять людям, что мы государственники, мы одно лучше но, всех. Людмила, давайте. Одно но. Представитель правых все равно это представитель правящего большинства. Ну хорошо. Представитель власти. Ну, Андрей Настасов, как вы его будете позиционировать? Какой же он представитель власти? Ну, к сожалению, мне так кажется, что Андрей Настасов все-таки они его доконают. В том плане, что значит, он не пройдет во второй тур. Мне так кажется. Хорошо. Но это уже из области, конечно, прогноза. Это уже, конечно. Но, кстати говоря, у него в его посылах
пока звучало меньше геополитики. То ли еще будет, я думаю. Ну да. Не знаю, посмотрим. Да. И вопрос еще один, который пользуется популярностью, имеет право, на мой взгляд. Вот часто пугалки такие вижу, что не понравится там власти, то ли результат, то ли еще что-то. Она сделает все, чтобы эти выборы сорвать. Я знаю, что социалисты этой темой занимались. Вы в Конституционный суд подавали, да? Да, запросы. Вы просили как-то, вы хотели как-то обезопасить, чтобы узнать правила игры и сказать, все правильно. Правила есть, вот они такие. Но тем не менее, существует ли какая-то вероятность того, что власть на это пойдет? От нынешнего большинства можно ожидать все, что угодно, естественно. Во всяком случае, с точки зрения правовой, мы обезопасили результаты выборов, которые, уверен, будут в нашу пользу. Так. Обезопасили действительно тем, что мы получили, с одной стороны, имеем заключение Венецианской комиссии, с другой стороны, имеем заключение Конституционного суда, которое фактически подтверждает, что действия парламента после получения заключения Венецианской комиссии законные и соответствуют требованиям Конституции. Точка. Что дальше может произойти? Можно все что угодно. Я бы не хотел тут никаких рецептов, никому давать, да? Но мы готовы ко всему, к любым. Мы не сидим просто вот так вот, знаете, и успокоенные тем, что вот есть решение Конституционного суда, и все будет окей, все отлично. Мы в любом случае изучаем ситуацию, в любом случае есть механизмы, в том числе, чтобы обезопасить все это. И можете не сомневаться, есть и контр-определенные методы и формы реагирования на возможный беспредел. А беспредел исключать нельзя. Я даже знаю, когда будет самая серьезная, стычка, не то слово, какое-то противостояние мы будем наблюдать. Это вы схлестнетесь с властью по поводу участков в России. Мне самое интересно, сколько их откроют. Будем посмотреть. Мы прекрасно понимаем, что они в любом случае, они же протащили в избирательный кодекс положение, что если регистрация электронная не дает особых результатов, 3000, человек зарегистрировалось. Это просто смешно. Из России меньше всех, кстати, Владимир Иванович, на сегодняшний день. Кстати говоря, не только из России, но и из Италии. Люди возмущены, что они не могли зарегистрироваться. Вот или так, не находили себя. Они регистрировались, но не находили себя. Но это пусть будет на совести тех, кто занимался этой регистрацией. Но они ведь протащили и другое. По результатам последних выборов. А последние выборы, даже Россия, по количеству людей проголосовавших. Я не говорю, за кого люди голосовали, я говорю просто об арифметике. Ну, да. По результатам вышедших на выборы, допустим, в России, третье место. Третье место. Мы специально сделали, запросили через правительство, через МИД наш, запросили информацию, сколько где проживают граждане. Цифры вы знаете. Угу. Практически больше половины из тех, проживающих за рубежом, именно сконцентрированы в России. Мы представили информацию, где именно они находятся. Не где-то там. Я знаю, что были попытки, посмотрим, может, они эти попытки еще не оставили, открыть в России избирательные участки там, где-то в Таракане, где оленях только надо добираться, да? Нет, все прекрасно знают, в европейской части России находятся молдаване, реально граждане Молдовы, реально, которые выехали на работу, не те, которые выехали десятки лет тому назад и давным-давно уже граждане России, давным-давно уже потеряли связь, в этом смысле, юридическую связь с Молдовой, а вот именно здесь находятся. Какое будет количество избирательных участков? Посмотрим. Осталось не так долго ждать, но в любом случае мы на особую справедливость не рассчитываем. И в конечном итоге сами люди, и находящиеся здесь же. Вы думаете, меня не спрашивают?
в районах. А как будет там? Где будут открыты избирательные участки? Вчера в двух районах мне один и тот же вопрос задавали. Принято уже решение или нет? То есть это будет бумеранг. Не реагирование на количество граждан, проживающих за рубежом, реальное. Да. Бумеранг будет и здесь. И люди также отреагируют, потому что там находятся их родственники. И они, когда увидят, что уже здесь власти беспредельничают, они ответят им здесь. Время наше вышло. Интересная беседа, на мой взгляд, у нас с вами получилась. Познавательная, да? Потому что на многие вопросы вы отвечали с точки зрения, как юрист. Ну, мне тоже было интересно узнать от вас, как это выглядит со стороны. Надеюсь, что прилично. Спасибо вам большое. Дождемся, как будет развиваться ситуация. И, конечно, приглашу вас после выборов. Посмотрим, спасибо, чьи прогнозы, да, сбылись. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.